ВКС России за двое суток уничтожили на восточном берегу Евфрата в Сирии 304 боевика террористической группировки «Исламское государство». В их числе командир, выходец из Казахстана, и около 40 боевиков с Северного Кавказа. Ликвидированы 7 полевых командиров различных уровней. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Коношенков. Он добавил, что авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГ.